Здорово, с вами Дрон, и это влог из глубинки. Погнали! Ну что же, самое время снимать видос. Ну тут, конечно, пиздец вообще. Да. Да. Ну это пиздец. Я вот недавно шутил. Типа скоро дойдет. Вон до туда. До горы. Скоро горы, короче, не будет. Ну это шутка, конечно, но. Тем не менее. Когда-нибудь и горы реально вон то не будет. Красиво, конечно, тут. Вот эти, конечно. Можно пустить, короче, на растопку. А что они реально место занимают здесь? Любимое место шашлычников, короче, типа. Ну и мое тоже. Это пакет повесили, блядь, чего-то. Делать людям нечего, нахуй, или что за такое, блядь. Пиздец, блядь. Вот реально людям делать нехуй. Какие-то звуки, блядь. Вот там вот что за звуки такие? Это как будто 100 птиц, блядь, собралось. Красота. Вот здесь, я, короче, хотел вот здесь, типа, лавку сделать как-то, блядь, но... Это очень длинная лавка получилась. Ну, в принципе, нормально. Какую-нибудь там трехметровую дощечку попилить, нормально. На хули посидеть вот так вот. Блядь, не на траве ж сидеть. Можно и бухнуть даже здесь. В принципе-то. Да, ну, русские люди не отличаются, конечно. От других. Чисто любим. Бля. Вот это пизда. Охуеть. Мне кажется, вот ради такого даже можно как бы в глубинку куда-нибудь съездить. Шикарно. Ну хуй знает, что еще показать тут. Кругом один типа лес, блять, одни деревья. Тут площадка. Сдают на права здесь, короче. Вот тут можно было какой-нибудь ролик снимать, наверное, хотя. Не. Ничего интересного. Вон там чувак какой-то ходит. Ха, сюда идет. Как вам такой фон? А вот такое. Ну это классика, короче. Так, так. А вот такой фон. О. А вот такой. Тоже поинтереснее будет. Ну-ка. Как вам такая стена, короче? Стена Николая Соболева отдыхает просто, да?